Я с Димой познакомился для общения и для играния на барабанах. Я на гитаре, Дима на барабанах. Сейчас мы вам покажем две или три песни. Больше я не смогу, я уже бухую. Мы сейчас сыграем в нашей коморке. Кстати, вот видеокамера есть, покажи. Видео снимаем. Это наше помещение, мы его буквально... Я не помню, сколько лет назад его сняли. Да. Это... Покажи, Дим, покажи всем. Сколько мы оборудования собрали. Это все общее. Вот колонка моя, не знаю, чего это. Вот моя колонка, где-то у селок там спрятано. А ты заметил, что тут даже прибавилось? А, это на Богачева похож, кстати. Реально? Вот, да, на Богачева похож. Вот этот, Дим, покажи всем. Вот, я даже привез сюда такую штуку. Ну, правда, что-то они с ней сделали. Тут еще кто-то привез тоже педальки для бочки. Гитары лежат. Вот там очень человек положил свой... Тоже вот так вот. И вот так это общее... Сколько тут у нас? 5 человек? Ну да. Чье общее оборудование имеется в виду? Вот это, эту хуйню я привез для столика. Ух ты, что. А я хочу пиво пить. Давайте пиво пить. Народ. Открываем пиво. Написано холодное пиво к горячему мясу. Блять, ну мяса нету. Так, еще раз, чтобы была просто фокусировка. Да. Ну ладно, холодное пиво к горячему мясу. Да. Тут и так все. Все, мы собираемся с Димой. Давайте, ребята, 5 секунд. Мы сейчас пиво попьем, и потом мы с вами еще пообщаемся. Угу. Вырубай. Я с вами гитару не видел. Носок уже 2 месяца, Дима. Нифига себе, вот это да. Да и здесь я не был, сука. Да, кстати, Дим. Видео снимаю. Да что? Да просто так. Это дело Макса, его решение. Я за его решение всегда рад. Всегда, Макс, я тебя люблю, брат. Вот его любишь. Любим, братишка. Никогда против себя никуда не пойду. Твое решение всегда закон. Закон, закон, да. Я люблю 15 суток. Группу создавал Владик. Типа меня зовут. Да, спасибо тебе большое за то, что ты создал нашу группу. Ты сейчас там герой, царь и бог. Макс, большой тебе поклон. Все, давай, за тебя, брат. Там должны быть лежать провода и примочки. Дим, Сережа, да. Я здесь, я не забирал. Смотри. Там примочки лежат. Квакушка лежит. Желтая. И что-то еще должно лежать. Я не забирал, Дим. Я бы не везде. Хули, вот даже, ну, смотри, Дим, даже проводов нету. Даже ремня нету. Вообще ничего нет. Только гитара. Надо искать ее. Там все, и провода, и все остальное. Дима, глянь, где еще может лежать? Там лежат провода и примочки, и все остальное. Забирал ты? Нет, я не забирал, точно, нет, я не забирал, потому что я бы знал, где искать. Я помню, как ты ее забирал. Нет, я не забирал, потому что она лежала бы у меня в комнате. Ну, в комнате он только разбитого давал. Нет. Смотри, Дим, давай искать. Где-то все здесь. Да хорош, давай сейчас пока снимать не будем. Привет, пацаны. Там примочки лежат. Срать ходишь. Давай эту историю расскажем людям вообще, как это, что произошло. Да, что не спиздили у меня оборудование. Пойдем перекурим. Давай расскажем. Не хочу я сейчас говорить. Но никто не поверит, что реально так. Ну покажи всем людям, что у меня тут осталось. Чехол остался, вон гитара валяется. Где провода? Где мои примочки? Где вся за хуйня, ебать? Влад, не хочу. Ты знаешь, почему так получилось? Реально, могу рассказать. Куда все исчезло? Где мои вещи личные? Я, кстати, Владу уже рассказал, скорее всего, где они. Я знаю. А можно было запомнить. Я тебе все доложил в том углу. Чехол от... Блять.
Ебучий компьютер, блять, можно в него ложить. Но я не ложил, а примочки ложил, провода ложил, ебать, ложил в эту сторону. Вот что осталось, что осталось? Вон гитара, без провода. Ну, слава богу, гитара целая. Без ничего, нету ничего вообще, ни проводов. Ремень, слава богу, о, кстати, да. Медиан расстался, это круто, ебать, пацан, спасибо, что не спиздили. А, еще и железное есть. Охуенно. Заебись. Ничего, Влад, сегодня заберем. Я думаю, все нормально Дим, будет. Там внутрь не было, там примочка лежала. Да я внутрь квакушка, не заглядывал. Квакушка лежала, провода лежали, ебать. Лежал ремень и лежал примочка. Помнишь, дисторшн, что я покупал себе последнее? Все это лежало там. Ой, Дим. Блять, ну это точно. Ну ты сам видишь. Я с гитарой и даже без ремня остался. Все. Хоть гитару выкидывай, ебать. Мне обидно, пацаны. Кто это взял с собой, мне реально, пацаны, мне обидно. Я бы так не поступил. Чужие вещи бы никогда бы не взял. Да их никто не брал, это я чуваку отдал. Серег... Ну, думаю, царю звони своему, пускай привозит. Никто не привезет, надо самим ехать. Кто тебя будет везти? Они, блин, это, знаешь как... Ладно, ребята, респект, вырубай, Дим, вырубай, ну его нахуй, давай трепуй. Редко ездит. Сейчас приедут. Это нам ехать надо на разборке. Когда пизды получат, они охуеют, ебать. Хули на них смотреть, ебать. Улыбаться, пацаны, привет. Мы вас пиздили прибыль. Меня зовут Верка Сидючка. А поебало получишь, сука, ебать. Будешь охуевать. Вот. Ладно, вырубай, Дим, все, хорош. Давай перекурим. Давай. Джоник, привет. Я не хочу съемок, что-то я обиделся. На кого? Да что-то обидно, когда своих вещей не находишь. Вот за это... Я думаю, ты так бы себя повел же, как я. А, ты знаешь, что эта история такая интересная у нас получилась? Очень, как бы, ее сложно пояснить. Ну, не сложно, на самом деле, да нормально. Да, забей. Я понимаю все. Просто обидно, что я своих вещей не нашел, которые должны были здесь находиться. Да, привет всем. Вот это получается у нас такая история. Мы сегодня с Димкой приехали в Камору. Что мы с ним нашли? Чехол от гитары. Вон гитара, Дим, покажи. Все. Больше ничего моих вещей здесь не осталось. Должны быть провода, примочки и все остальное. Ничего больше нет. Ребят, извините меня, пожалуйста. Что мне говорить? Ну, личные вещи. Я думаю, вот сколько вас человек посмотрит. Я думаю, каждому обидно будет, когда у каждого человека заберут личную вещь. Но она не одна. Там их было квакушка, дисторшн, тюнер и провода. Провода через тюнер с блок питанием. И все для этого было блок питания шел. Ничего нету, ребят. Поймите сами. Мне обидно. Надеюсь, Дима вещи вернет. Вот и я тоже сюда тоже аборду привожу. Ну, в смысле, я даже... не я? Ну, нет, все, хер. У меня-то нету их. Ну, проебал, так проебал, что. Я без нихуя остаюсь. Что, куда деваться? Ну, себе провод один, хотя бы, чтобы в комик включиться. Я тебе прощаю, что. Хотя бы провод один, чтобы мне в комик включиться. Ну и ремень хотя бы. Не, Дим, я прощу, серьезно, я понимаю, меня всю жизнь наебывали. Дал человеку я колонку, разъебал нахуй. Дима проебал все полностью мои причиндалы. Ну как, почему ты так говоришь? Я просто случайно им дал. Заебись. Просто у них полежало, и вот они... Хорошо, такой ответ на твой вопрос, Дима. Если бы я проебал твой бы хэт, Зюлжин. Как бы ты себя повел? Я бы сказал, где мои вещи, где мой хэт. Ну вот, и я так же говорю. Но я на тебя не наезжал. Я же вспомнил, где он. Да вот же, надеюсь. Дим, мне вещи нужны свои. Мне же тоже хочется сейчас провод. Мне хочется сейчас... даже эту квакушку ебучую подключиться. Вот, гитару, вот, не знаю. Вот, Дима, возьми гитару, покажи. Ну, все видели гитару, не в этом суть.
Ну почему должен я переживать? Аж сердце заболит. Что тебе сказать? По пьяному это очень смешно, я не спорю, ребят. Вот я пьяный сейчас, это очень смешно, ребят. Покажи, что ты пьешь. Да я не знаю, что я пью. Ты здесь даже нет. А, Дима пошел за пивом. Сказку отключу. Есть. Привет, ребят. Вот я сейчас такой. Я замначальника в обеспечении выхода дрезинных машин на пути обеспечения, которые... Ну, дрезина, вы, наверное, знаете. Вот со мной друг, вот, он камеру сейчас ставит, его зовут Дима. Он вообще в этом ничего не понимает. И мы с ним сейчас хотим, ну, я думаю, попить, я думаю, так, пиво. Дрезины, которые обеспечивают ваше благополучие поездов, они ни хера не делают. Может быть, вы ездите в поездах. Вот вы едете в поезде, спите, вы думаете, все хорошо. На самом деле все хуево. Я работаю 12 лет помощником машиниста. Мы обеспечиваем безопасность движения поездов. Да там полный пиздец, врать не буду. Там реально полный. Раньше ходили путевые обходчики. Раньше машины, вот как вам сказать, раньше машина была на базе. Путейцы были здесь, люди работали на месте. А сейчас, что получилось? Машины нету, люди. И никого нету. Только что у нас есть? Только есть пиво. Вот так вот. Раньше ходил такой человек, называется путевой обходчик. Сейчас этого человека больше нету. Его больше не пускают, его сократили. Вот люди, вот вы задумайтесь. Скорость поезда повысили свыше 100 км в час. Свыше. А раньше было? Да, до 100. И надо ехать. Все, и мы едем, 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 едем. Помнишь песню? Мы поедем, мы помчимся по аллее утром. И вот, ты правильно шапку Дима снял. А сейчас путевой обходчик, да. Давайте, могу даже я ее взять. Давай, Дим. И одеть? А, да, кстати, да. Вот, мне Дима шапку дал свою. Путевого обходчика нету. Ни хера нету, ничего нету. А скорость увысилась. Так раньше, вспомните. С Белгорода до Москвы сколько мы ехали? С 10 вечера до 7 утра. А сейчас мы доезжаем. Вот, точно! За 6 часов! Ребята, вот это мы повысили скорость. По проверяемости перевозок РЖД. Значит, я пью. Короче, ребятки, бойтесь ездить на поездах. Я помощник машиниста, езжу на поезде. Весело, весело, весело. Я вам не спорю, это реально весело. РЖД, это очень красиво. Это всем нравится. Блин, я не знаю даже, что вам показать. У меня это предупреждение с собой нету. Где написано 40, там можно проехать 20, а мы будем ехать 60. И дальше будем ездить до Москвы. Люди, пожалуйста, живем в профоке, столкновение было. Мы и дальше так будем. И будет дальше столкновение. Потому что люди не любят РЖД. Все, Дим, выручай. Ой, включай.